тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение. А Энх есть или надо Мелихаст? Есть Энх. А чё я во фрусте тогда? А я его под конец взял. Чума сейчас будет. Ларай, РДД перебежал. На танке. РДД аккуратнее. Слушай. Милики. Сейчас чума шторы. РДД. Сейчас чума будет. РДД, парада. Бежали на приказы. Пришлось отдать гимн на хп. Слишком пугаешься, рано гимн отдаешь, твой гимн самое ценное, что у нас есть. Ну, с учетами прошлых пулов, нормально. Вон рога стоит. Вот это интересно было. Завис. Мозг завис. Не юзай Дарки. Алло, блять, вы чё с агро делаете? Рога в центре, что ли, умер от зимы? Нет. Нет. Телепортировал. Он под ебалом сдох. Ему дух плюнул, а потом луч добил. Агро! Агро! А что у вас 10 на пульсе? Сферу. БР, у кого есть? Мгновенное плюсует. Мгновенное поднимание Микадзе. Ромбик хил. ДЦ выбить из ромба, важно. Осквернение 5 секунд. Бладласт. Че там стан по трусам? Ну все. Нормально, все тихо. Смежная. Осквернение отнеси. РДшки по рамбу. Сын не трогать. Ну, опасно так, ешь осквернение. Осквернение. Он стоял, блин. 3 секунды. Сошлись.
Мерси. У меня у одного не показывает знакомый. Вали, 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 вали. Потом обсудим данные. Денчик, спасите. Печеньки. Кружочки. ДД по трусам. Осквернение, ребят. Хорошо. Ну, хан хорошо разлил. Вали, ребят. Знаете, подлечу. Под задницу. Чего вы растянулись-то? По звездочке ориентируемся. Кучне. Печенька хил. Осквернение сейчас. Разбегаемся. Будет. Два хила в вальках. Аккуратно. Блин, воскорнения летят. Боком и все нормально. Женек, второй раз у тебя странное оскорнение. Третий. Кто с БРом плюс? Энджи, поднимай ханта. Смешная, смешная, на малый круг. Фул ДПС по лечу будете переводить. Станы вальком. К лечу ближе. Вальком станы. Фил вальки. 1%. Переводи, переводи. Хил в круге. Все, сейчас захилю. Фаза. Энджи, спасите. Тагропу внимательнее, не срывайте духов. Отдайте гимн ТТМ. Чего? Да не слушай его. Первый раз в жизни такое слышу. Да, успокойся. Хотя ТТМ. Да помолчи ты уже. Сфера сначала. Сейчас комната будет. Звездочку ставьте. Он да, молодец. Все есть. Центр. Налево идем. Вперед меня, не надо бегать. Все рассчитано. Там сильно отстает. Ну и так очень медленно идет. Выход из комнаты, сразу же разбегайтесь в разные стороны, сохранение будет. Выход. Пошли от него. Отошли. Сейчас сразу же. Отец Полина, на тебя нет. Щит не перебивай. Осквернение. Переходим на другую сторону. Отпади его.
Как выйдем из комнаты, все разбежались. Направо идем. И под спину Лича, под спину. Не надо забегать вперед. Две секунды. Кто за мной, бля, бежит? А зачем? Женек. За спину Лича. Вернение. По кругу побежали. Зелина, блядь, сдох от духа. Ужас. Налево пойдем. Звездопад, отдавайте себе тогда. Три секунды выход. Аккуратнее. Нет! Женек, сука, заебал нахуй. Третья скверни. Духи, аккуратнее, не сдохните, ребят. Звезду становимся. Исключительно во мне передвигаемся. И стоим так. И нет. Разбежались. Убивай. Три осквернения было, по которым Женек бьет. Не стоял, хуй знает где. Блять, ну оно прям подо мной постоянно. Персонаж рядом с моим персонажем. И я, блядь, постоянно рядом с ним оказываюсь. Женек, ты два своих разлил супер хуёво. Вот супер хуёво. Вот еще чуть-чуть, и был бы вайп из-за тебя. Это вот потому, что у меня нет скорости на ботинках, из-за этого так медленно. А ты стоял. Рядом со мной ты стоял, так, когда на тебе свернение было. Почему у тебя нету этой чарки? Ну, потому что у меня, если я одену, у меня меткости не хватит. А на синдрагосе я... Камушек на меткость. Да, Томаза, какая чарка, ну вы что, угораете, что люди без... Очень чарки. Полезная чарка, абсолютно для любого класса, даже в ПВЕ. Особенно для тех классов, которые не имеют талантов на move speed. Ну ладно, следующий рейд я начну с изучения игроков на чарке. Мгновенно, у тебя в коте таланты на move speed есть, у других классов определенных их нету. Соответственно, эта чарка, она полезна. Можно выбегать без нее, если реагировать сразу. Вот ключевое, реагировать. Там повезло, что был только он и я, блядь. Если бы там еще какой-то конь забежал, нахуй, мы двойной. Просто, Женек, ты смотришь, когда она уже разлилась. Ты смотри на у человека сообщение над ним, осквернение на мне, и сразу противоположную сторону от него. Ты не будешь рядом с лужей находиться, если смотреть. Да я вижу сообщение этих.
Ну и все в другую сторону повернул, убежал. В центр надо. С осквернением в центр никто не бежит. Все бегут с краю. Увидел сообщение, побежал в противоположную. 100% не попадешь. Но когда РДД разливает лужу практически под вальками, тут никакого оправдания быть не может. Согласен. И еще кое-что. Уже не про Женька, слава богу. Просто, отец, ты когда перебиваешь мой щит на свой, ты багаешь мне хилбот. Я больше не вижу своих щитов. Это не говоря уж о том, что ты мой ХПС понижаешь искусственно. Нахуя? Непонятно. Вот Полина на тебя нет, она бы на тебя еще так вцепилась бы. И правильно бы сделала. С потрохами бы съела, да? Ну да, совсем что есть. Его бить надо, не? Да, конечно. Нет, Геру дать? Нет. А чё он крутится? Он так и должен крутиться. Плохо ему стало. Чё-то дохуя вопросы у тебя. Как будто танцует. Его душат вообще-то. Давайте Проню на сундук саманём, и нас забанят всех за это. Проню сказал, что у него там проблемы, просил его заменить, что поделать. Сундук не саманят уже давным-давно. Если кто не понял из мужской половины нашего прекрасного рейда, это был намек на то, что Броня отвали. Глора выпала. И на ханта пуха. Красота, пиздец. Глора? С друидами. У, кайф. Ничего себе. Я почувствовала. Но мне не хватало, чтобы убить эту проклятую тварь. Кстати, да, на тебя поменяли. Ну и сразу дела, и все, сразу умерло. Хотя, казалось бы, я, наверное, по ХПСу где-нибудь четвертая. Нит клятва сильно. Так, что, Войт забрал пуху, да? Два танка как раз. Вообще прекрасно сходили. А что, кто осколок-то забирает? Ну, Кирсу 12 осколков, ему я отдам. Два танка забрали пухи. Да, вообще шикарно. Так, дай на ролл. О, это счастье суициднулся? В портал побегу. Зачарить надо. Ролем. Блять, Фарада, сука. Фарада ГТ. Сука! Фарадыч. Фарадыч. Фарада ГП. Проделки с Каменором, помнишь? Че, мне отдашь? Давай мне, давай. Да нет. Фарада для меня сродил. Кто второй и третий вага? Я вторая, Кровавый Взор третий. Алиастра, мы этих маунтов ролим только те, у кого есть 7к ИП. Нет, маунтов не так, так ролим, просто новенькие их не получают. Какое-то время. Ну, да, новенькие какое-то время не получают. Вага, что началось? Ты себе забрал? Какого художника? Ну так, Фараду поседаться надо. Ну в смысле? Следующему по очереди вообще-то. Что значит себе? Ты видел свой ролл вообще? 7. Фараду на меня же ролил. Это все каменорские проделки. Это бунт. Да ладно, ладно, забирай Фарада, кидай трейд. Да. Ну ладно. Ну а чё? В квадратик либо крестик. Да, если на вас есть дикое пламя, не суйтесь закрывать метеоры. Без вас закроют. На третьей фазе мы стоим все в квадратике либо в крестике. Основная внимательность от миликов, когда будет
у Джайны каст либо луча, либо натиска, вы должны будете сразу же отбежать от нее. Сразу же. Остальные касты вы можете бить. Если метка на вас кидается, вы также отходите в одну из точек, но набрав рендж между другими метками. Потом будет купол, но я думаю, вы его не переживете уже. Оптимистично. Согласен. Ну, если вы его переживете на куполе, вы бегаете все вместе и всегда смотрите на Джайну, не отворачивайтесь. Новеньких не лез. Главный стратег справился, да? Пиздец, тактика галактика Фарада, аплодирую стоя. Ну чё, Алоэ, если хочешь, можешь спекнуться в Анхоле. Я уже. Метки обозначили. Ляст, тебе надо будет просто стоять в своей метке, в которую выберешь. Ладно, тебя сам поставлю, будешь стоять в луне на второй фазе. Просто стоишь в луне и дамажишь Джайну. Когда на тебе повесится взрывоопасный пламень, будет такой огонечек, либо дикое пламя, вокруг тебя будет крутиться херня на полу, ты выходишь из своей метки, разливаешь ее и заходишь обратно. Шкаф, сумон, броня. На первой фазе, вот смотри, на тебе будет вешать баф, который увеличивает твое время каста. Есть какой-нибудь вообще ненужный спелл, чтобы ты его кидал? Вот вообще не нужный. Там змеиный укус, допустим. Вот, допустим, его просто это, сливай и все. Дальше можешь спокойно бить. У нас будут вылезать очень много маленьких мобов. Мы их заливаем АОЕшкой. А с этих мобов падают кристальчики такие. И большого элементаля мы проводим по этим кристальчикам, чтобы у него настакалось 25 дебафов, или как они там называются? Скажи. А что ты рассказываешь? Короче, не суть. Мы это делаем, подводим к порталу элементаля и взрываем его. Взрываем мы его посредством убийства. Ты алоэ рассказываешь? Все, это через штормет, просто мы разбегаемся и держим ренджу между друг другом. Потому что шторм, если мы будем стоять все вместе в рендже, этот шторм бьет АОЕшкой и нас всех пошотает. Поэтому надо держать рендже. Я про первую фазу объясняю, чтобы он на первой фазе не сдох, как последний. Тенчик, иди в луну, Настя в трусы. Как сосуха. Насосал. Нет. Вторая фаза достаточно легко. Если на тебе будет дебаф, ну такой вот кружочек вокруг тебя, прямо под твоим тельцем. Ну, такой желтенький, просто ты выбегаешь. Или если кто-нибудь там слакает, главное, рядом с этим человеком не стоит. Это заражение, оно тебя заразит и будет бахнуть. Это неприятная фигня, и нужно просто выносить. Это заражение, оно тебя заразит. Если ты ее вынесешь, она пропадет через какое-то время, и все нормально будет. Возвращаешься в метку. А хотя, слушай, алло, давай обратно его проста. Взрывоопасный пламень, если есть Tell Me When, можешь забить в Tell Me When, чтобы не отслеживать свои дебафы. И его нужно вынести, вот смотри, допустим, стоит метка ромбик и квадрат, видишь ромбик и квадрат, ровно посередине, вот куда-нибудь вот сюда, где я прыгаю, вот между ромбиком и квадратиком, вот куда-нибудь сюда выноси этот взрывоопасный пламень, вот, и возвращайся в свою метку, допустим, это ромбик, твоя метка. Обратно встаешь и все. Потом эти огоньки, они поползут к боссу. В эти огоньки наступать не надо. Катастрофически не надо в этот огонь наступать. Потому что на тебя повесится дебаф, увеличивающий весь наносимый урон от огня на 100%. Тебя просто сложит. Ни мой щиток тебя не спасет, ничего тебя не спасет. Тебя могут спасти какие-нибудь сейвы, типа зубов или... что там еще спасает? Что там еще спасает, ребят? Бабл. Бабл. Ну, блядь, у него нету бабл. Короче, просто в огонь не наступаешь. Все. Под лучи ты не становишься. На земле будут появляться такие метки от лучей. Ты в них просто не становишься. Луч срезает перманентно. Все. То есть просто выносишь, если вокруг тебя такое...
какая будет метка, рыжая, кружочек, ее просто выносишь от всех людей. Если будет взрывоопасный пламень, то вот между метками выносишь. Под лучи не становишься, бьешь босса и все. Это все, что нужно делать на второй фазе. Это кому ты рассказал сейчас? Алиастро. Так, какой метки была Настя? В трусах. Сейчас шторм зайдет, нам поможет похитить. Она с ребенком сидит. Да, ребят, всем привет. Пришлось уйти. Здорово. Мне тот самый. Предлагаю в три танка. Я мобов возле босса потанчу. Алоэ на боссе, а халфа не поводит. Да, именно так и было задумано. Делорус, ты же справишься? Изи. Изи, призи. Вдвоем танковать. Ну, там танки другого класса, блядь. Главное, взрывоопасный пламень не разли в метке. Вот это самое главное. Отец, если что, ты звезде стоишь. Это луна. Шторм, плюс они как появишься в игре. Да, сейчас, конечно. Если разольешь взрывоопасный пламень в метке, будет хуёво. Мы просто лишимся всех людей, которые стоят в этой метке. Просто потому, что мы их всех не сможем засадить. У кого сопрот меньше 20, даже 25 минут, стоит выпить новый. Рекомендую. О, сопрот меньше. Алиастро, да, указывай, иди все один. Твои дебафы. Кирс, куда хочешь? Шкаф. Вопрос. Взрывы пламени есть время, чтобы выбежать? Он дает? Взрывоопасного пламени 5 секунд, по-моему, до его разливания. Дикое пламя секунды через 3, наверное, начинает распространяться. Ну, там времени хватает на все, чтобы и выбежать между метками, вынести взрывоопасный пламень, даже... с запасом, а по заражению, ну, это смотрите сами, главное это не послать. Ну, там времени тоже хватает. Там 3 секунды, чтобы отбежать от людей, это сверхдостаточно. Шторм, твоя метка трусы. Хорошо. Че, давайте ставлю рыбу? Да, обновляем все, бафа. Вон стоит. А. Это только поставил. А как называется заражение в Атласе? На третьей фазе по япончику дам СС. Хорошо. А чё, РДД типа похуй, кто в какой метке? Так, смотрите, значит, Розелина на третьей фазе, СС по япончику, Даркис по шторы, Локи по штормсвингер. Услышали, плюс чат. Да, услышал. Локи. Отлично. А, на второй фазе еще ребят не сказали. На второй фазе обязательно всем закрывать метеорит. Обязательно. Баф обновляю. Баф лапа. Только метеорит закрывать при условии, если на тебе нету дебафа. Да. Еще желательно, чтобы дебафа у всех в фокусе была Джайна. Отслеживайте. Это обязательно, даже нежелательно. Если метеорит не закроем, будет хуёво. Это будут на полу такие круги большие, никак не промахнетесь, точно поймете, что это метеорит. Надо просто зайти в этот кружок и все. Но такая хуйня. Если вы зайдете с любым дебафом туда, лучше не суйтесь, вообще забудьте. Если на вас есть дебаф, не лезьте в метеорит закрывать. Если на вас нет дебафа, и вы зашли, ну и по такой случайности, если вы зашли одни в метеорит, это хуёво, конечно, потому что вы 100% сдохнете.
Поэтому нужно как минимум вдвоем закрывать. Танк может один закрыть, потому что танк выживет. Надо вдвоем закрывать. Напомни, как называется дебаф. Так, мелики, удивительная сторожение. Возможность. Кто из новеньких хочет отправиться на замену? Сторожение – это пламя. Давай я, Алиастра, потому что я 100% по-моему заслаг. Ты не мелик, ты РДД. А. Я готов. Мы что, вас каждый раз будем менять, что ли? Он Энг, по-моему, плюсует. Это не новый мелик, главный шутник. Именно новенькие мелики. Давай я кровавый взор. Мне все равно с ней ничего не нужно. Сказать, а. Метательное не надо с нее. А там вроде не падает в атласе метательное. О, мягко, хорош. Топовое метательное падает. А мне не показывает в атласе. Там меч, там на комбату все. Сантей, ничего сложного. Главное просто на натиске отбежать и на луче. И все. Он ням клинканул. Кровавый взор. Если ты сидишь на замене, вон Войд включил стрим, посмотри стрим, и будешь понимать. Да я каждую неделю смотрю. Кирс, дай портал кровавому взору и со суманем мяку. РДД и ДД сами определяют с ними. Да. Ну, главное, чтобы везде все равномерно стояли люди. Денечка, ты в какой метке стоишь? Он в воинах стоит. Какая дурацкая затея сами. Шторм в какой метке? Трусан. Штор япончик стоит в ромбе, в звезде стоит отец, в луне стоит Денчик, и шторм стоит в труд. Короче, РЧ на баф и на пул. Все пьют сапрот, у кого они... Меликов распределял или типа куда? Мелики и РДД распределяются сами по меткам, главное равномерно. Видите, что где-то не хватает, сместились в другую. Ок. Денчик, обнови каски по всем. Лапу дайте. А нет, не лапу, что это? Дайте кулак. Один плавал, да? Рыба да. Была? Рыба была, сейчас еще одну поставлю. Поставил. Мяка, все РДД и ДД на свое усмотрение встают в метки. Повторное РЧ уже на пул. Запускай. Зачем у тебя ДДшные печати? Алло. Лага, у тебя не вкачанная, да? Неа. Кричи на АП, я буду на ХП. Шесть друидов, три вока. Четыре шама. Не вливайтесь в это в босса сейчас. Только на пульщики бьют. Дают на пулы и все играют по трэшу потом. Ну еще РДД больших мобов сливают лишних. Ей вообще насрать сейчас на весь этот урон. Вот нестабильная магия, сливайте бесполезные стулы.
5 из 5. Думаю, уже поняли, что сказал. Шторм, все равно разбежался. Да, шторм. Держите ранжо. Стоим, ждем, пока пройдет. Теперь возвращаемся обратно. Заливайте сейчас большого, как поставят ДД. Мелкий что, на танк что ли пулит? Мелких мобов забирайте с танков. Разбежались, ребят. Капроты выпить у кого-нибудь? Сбежались. Поменьше АОЕ. Вы сейчас убьете моба. АОЕ стоп. Мгновенное, не надо бить большого. Сейчас умрет. 50 он. Все, веди его, веди. Добили. На ту сторону перебежали в звездочку. Вот и все, это первая фаза вся. Разбежались шторм. Просто заливаем мелкий трэш, стакаем на элементале и все, и сливаем порталы. Больше ничего не делаем. Заливайте. Боссом только крестик бейте, без метки не бейте. Без метки. Последний шторм, ребята, разбежались. Пока на шторме стоите, крестик слейте сразу. Обновите крик на хп. Всегда предупредили кнопку в центре на перефазе.
сейчас думайте, в каких вы метках будете стоять. Крестик, слейте под боссом сразу. Заргоните, пока он собирает. Все, свечим. Свечи сейчас туда. Тут крестик добьет. Все, по меткам. Крестик добейте. Равномерно, ребят, смотрите, кого, где мало людей, там встаньте. Вон звездочки, что-то вообще мало людей. Теперь слишком дохуя. Так, сейчас по центру появится кнопка. Прожали кнопку. Все прожали кнопку. Кастуем до конца. Вот. Ой, ёпта. У меня не было кнопки. Вставал, теперь кровь. Бьем босса, все бьем босса. Первые лучи сейчас будут, стоим в метрах, никто не двигается. Мгновенно, а, поднимаешь Локи. Вынесли. Вот, метеориты закрыли, закрыли метеориты. Выйдите с желтым. Выйдите от рейда, отойдите с желтым. Метки. Лучи. Сейчас поползут после метеорита. Алиастро, войне с метку. Япончик, дай на хп этот баф. Сейчас дам. Там ползут, блядь, полутал. Я видел, кто-то полутал. Кто поймал дебаф? В трусах кто-то поймал, я видел. Я Т4 отдал. Подойдите ближе к центру, вас откинет, может скинуть. Разделенный дебаф. Украине стоит. Не использовал Т4. Да, я проебал. Ебать, вообще выкинуло. Я же говорил, подойди ближе. Стоп, лут! Метки. Войк, поднимай разделенную. Метеорит, закройте. Он не вылетел? Он не вылетел, Розелина? Платформа, да, наверное. Еще раз, Розелина, ты тут? Да, я тут, под боссом валяюсь. Тебя поднимать? Ну да, как бы. Сейчас упадет. Женёк, ты на приколе? Норси, после коллапса поднимешь Женька. А мне дебаф. Колфа не забирай, это иногда у черепка. Кого, Джайна, что ли? Конечно. А он рейд умирает. Лучи. Ох, он рейд. Вынесите. Блять. Шторы, пиздец. Молчи. Штором поднимешь япончика. Долго выносишь, дикое пламя, чё? Ну, блять, из тебя не я. Еще БРы. У кого плюс? У Шторма нет. Никого не поднимать.
дайте баф на хп и лапу. Сейчас все дам. Дадим это на Энджи и шторы сделайте, чтобы СС обновили. Чтобы мы их не проебали. Япончик, на тебя саппорт есть? По япончику сейчас СС дам. Я не от этого умер, в любом случае. Нет, он сейчас на тебе есть. Сейчас он уже спал. Лапу дал. Вынесли. Отбежали, мили. Тотемы уберите из-под босса. Тотемы, пэтов, все нахуй. Метки. Ладлас надо разбить быстро. Как на Синдре. Луч. Бежали на лед. Луч, луч. Бурсаните метки. Упал 10 секунд. Юку вынесли. Купол сейчас будет. Приготовились к куполу. На куполе никто не попадает ни в шипы, новеньким говорю, в шипы не заходите, в купол сам не заходите, отворачивайтесь от катализатора. Не смотрите в них, катализаторы фиряют. Если в фир попадете, сдохните. Бегайте посередине, свободного пространства у вас достаточно. Че по ССам на Энджи и Шторме? О, код какой-то. Не забегай в купол. Мгновенное, че слакаешь? О, молодец, мгновенное. Зато в чат написал, блять. Молодец, нахуй. Меня отбросило, я в купол не забегал. Да все, молчи. Мы видели, что с тобой было. Я тоже слакал. Забросали метками. Алоэ, вот это хуёво. Да, что-то второй был. СБР? У меня, у шторма. Поднимешь алоэ потом. А что, ДК, два танка есть же? Я сейф. Он нам жизненно необходим. Сейчас что, мне таунтить ее или что? Да, конечно. Угу. В мелизоне там танкуешь. Понял, понял, разберемся. Последний остался, да, катализатор? Разбивайте. Все в метку обратно в квадрат. Давай. Трэш, быстрее слейте. Я ожидал, но... Стрелы. Закройте. Вага, дать истерию? Нет. Кто-то вовремя решил встать. Всем здорово, если нужно... Отбежали, мили! Тихо. Тишина, блядь! Шар, который медленно летит, можно от него отходить. Надеюсь, отошли!
Один рога на образе. Стрелы сейчас закрыть. Натиск! Женек, звезды косты позабивай. Кто словил-то? Я словил. Чё, истерили? Натиск, надо, ушли. Нет. Нет, нет. Проня отдай. Добивайте босса быстрее. Куштаните. Вынесли. Женёк Розелина, Женёк Розелина, блядь. Чё вы с лаками? Луч отошли. Еще одна буря. Добивайте босса. Вот хуйта-то, блядь, происходит. Угу. Ну что, на это, намолились на РС-ку, да? Это все, да? Да, да, это вся Джайна. Главный вопрос. Кому нужен квест-айтем с Джайны на СПДШМ? У меня сегодня погода пиздец, у меня лагает интернет. Леха, а я... Видимо, из-за этого я так все долго выношу. И лужи, и... И еще раз. Кому нужен первозданный лед тьмы? Ну сейчас там Дженек закончил, сейчас я скажу уже. Можно взять этот итем, учитывая, что у меня саранит еще не собран? Нет, а я итем вот не может кто угодно. Итем можно начинать собирать, когда у тебя начался квест на осколки. То бишь да, квест да, начинается, да. Финишная прямая, когда у тебя есть этот квест, в этот момент ты уже можешь залутать этот первозданный осколок. А сейчас что, нельзя? Ой, лутера возьми, увидеть, если можно или нет. Если лутер на человеке, он может брать что угодно, аналогично как с Карой Гир. Как в Каре обычке можно было брать итемки на Кару Гир. То, что... Если я не ошибаюсь, он у него не будет отсвечиваться. Попробовать, да? Он нажимает на сундук, он его не видит, но у него предложит, может он взять или нет. Я также забирал, когда у меня еще души не были зафармлены. Ну, взялось вот эта фигня. Вот это перезвозданный лед, да? Все, забирай лутера. Блядь, фетч не выбыл. Уродство. Да не говори, Вага. Где мой вант? Я уже который когда. Это полезная. Да бесполезная, она уже никому не нужна. Можно покурить сходить? Кому лут не нужен, может покурить. РС будет? Будет. Возможно, будет РС. Мысли возможно. Шторы нажми что-нибудь. Мы еще не решили. Это не, ну, на сову, если никому не надо. Это чип, да? Ну я думаю, должно быть надо. Шторы, у тебя офспек совы, верно? Или это третий спек? Второй или третий спек? Паролу ты выиграл, отдаю. Ну что, самый бесполезный лут в рейде? Ты бесполезен. Вчера упала, сегодня... Никому ничего из этого нет. По-моему, она по КД падает. Мне цветение зашло. Это шапка 6 или 7 КД подряд падает. Долорес, ну да, ты чё? Ну я не знаю, я как бы мне на анхолик это она не идет, наверное. Ты обалдел? Либо это, либо ШМ. А Глора? Какая нахуй Глора, ты чё? Глора на танке. Ну давай тогда, давай. Я тогда давай. Ну типа нихуя, еще и уговаривать надо, челик. Не, я думал Глора бис просто, она с экспертизой, я тут РПБ, я хуй. Не. Она учитывая, танк? Типа да? Учитывая, что бис ШМ, это предбис идет. А Глора, она на танка бис из-за экспертизы.
Что, самый полезный лут ролим? Как обычно. Бага, ты начислял за двоих боссов? За Лича, да, за Джайна нет. Намикадзе у нас как давно в гильдии? Ну, 20 тысяч ЕП, не знаю. Ну, когда я уже, наверное, 3 или 4 с нами. Ну что, второй раз про товар тьму затанчит, да? Ладно, намекаться, маунт твой. Ну, в следующий раз отвалишься на Джайне также. Мы будем ее бить.